Сегодня, 11 мая, во Дворце спорта имени Али Алиева стартовал международный турнир по греко-римской борьбе памяти Сураката Осетилова среди юниоров. В нем приняли участие около 200 участников с разных стран мира. Заявлено 4 страны, то есть у нас Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан. А, еще есть один представитель Ирана тоже. Соревнования будут проходить 2 дня. Сегодня у нас предварительные схватки, полуфинал, утешительные схватки. Завтра у нас уже, получается, будет к вечеру официальное открытие, после открытия финальные поединки, награждение, ну и все. Отметим, что основная цель проведения данного спортивного мероприятия – это привлечение нового поколения к развитию греко-римской борьбы в нашем регионе. Мы с каждым годом стараемся улучшать его качество, его проведения, привлекать побольше зрителей, участников и так далее. И надеемся, что из года в год мы только будем наращивать, так скажем, перспективу этого мероприятия и улучшать его во всех аспектах. Стоит подчеркнуть, что спортсмены будут соревноваться не только за заветные кубки и медали, но и призовой фонд. Так, победитель турнира получит 100 тысяч рублей, а его тренер – 30. Обладатель второго места – 50 тысяч, а третьего – 30. Продлятся поединки до 13 мая включительно.